Максим, поздравляю с дебютным голом. Твой первый гол в роде. Не думал, что забьешь сегодня. Да, спасибо большое. Если честно, да, были такие, наверное, мысли, что сегодня, во-первых, мы выиграем, потому что уже очень хотелось выиграть. И, наверное, да, где-то ожидал, что забью. Думал, конечно, что забью два. Даже приснилось это, не буду скрывать. Но один – это уже приятно, уже хоть что-то. Поэтому теперь есть понимание, что двигаемся, значит, в правильном направлении. Какие у тебя были эмоции в этот момент? Честно, эмоции, наверное, были прям взрывные. И так сейчас, если вспоминать, не вспомнишь даже, как гол забил, потому что давно не забивал в официальных играх. И даже невероятно приятно было отпраздновать, максимально выплеснув все, что внутри было. Какие цели ставишь перед собой на сезон и сколько голов планируешь забить? Мне хотелось бы говорить, наверное, о каких-то ожиданиях, сколько, как. Чем больше, тем лучше, а цели всегда ставим, наверное, самые максимальные. В первую очередь, наверное, командные цели. Расстроен был из-за пропущенного мяча на последних минутах? Всегда хочется сыграть на ноль и забить как можно больше. Ну, это футбол, бывает всякое, поэтому ничего страшного, будем двигаться дальше.